да, это как пластилин. Ну вот, ну в смысле? Ты повторяешь. Крококсил. Выиграть Флаффи я хочу. Всем привет, вы на канале Крококсил, и сегодня у нас снова конкурс. Конкурс розыгрыш. Неважно, Флаффи! Да, мы разыгрываем Флаффи. Вот таких вот два Флаффи в зелененькой упаковочке и в желтенькой упаковочке. А вот и мой. Да, Ксюша забрала себе в розовой упаковочке Флаффи. Ну, он уже открыт, потому что я недавно его купила. Да, мы обязательно покажем, что можно с ним делать. Смотрите, Флаффи не высыхает, держит форму еще и прыгает, и легкий, плавает. Да. Расскажи-ка, у тебя он не тонет, правильно? Ну да, он не тонет, и из него можно лепить, можно, и он еще прыгает, можно всякие лепить. Ну, в принципе, наверное, можно лепить все, что угодно. Плавочек. По сути, это как пластилин, наверное. А я один раз плавала уже с ним. Ой, прикольно. А вы пока смотрите видео до конца. Да, потому что в конце мы скажем условия, как же выиграть эти два Флаффи. Только не перематывай. Скорее всего, да, у нас будет первое место и второе место. Стоп, Лена, а подписались на наш канал? Да, кстати, а вы подписались на наш канал? А то мы, наверное, не продолжим это видео, никакого конкурса и розыгрыша. Ладно, не будет, все, да? Я пошла. Все, мы уходим. А, нет, подожди, они подписались. Подписались! Все, давай продолжай лепи. Так. Давай ты. А я пока буду просто тусовать. Ну нет, бери кусок. Ну давай. Ну бери еще, ну вот, лепи. Лепи давай быстрее, а то ты еще не поставил лайк. Ну, кстати, он похож на лизуна немножко, только этот более какой-то сухой. Лена. Он прям, ну такой. Лена, ну. Ты лепи хорошо, а то они лайк не поставят. Да, ребят, ставим лайк. Давайте, уважаем труд Ксюши, она так старается лепить какую-то сосиску. Нет, я розочку делаю. Розочку? Это а, ну давай, давай, у кого из нас, наверное, красивый цвет, ну хотя подожди. Розочка. Давай розочку попробуем вдвоем слепить, у кого из нас красивая розочка получится, тот, наверное, и выиграл этот Флаффи. О, спасибо, что ты мне подсказала, как сделать. Ну я же закончу. Подожди. А начало ору. А там, наверное, знаешь что? Наверное, здесь зелененький, а здесь желтенький Флаффи, да? Да. Как было бы полезно, прям, это снова. Особенно зеленый нам с тобой, мы могли бы стебелечек сделать. Ой, я делаю травку. Ну, давай сделать розочку какую-нибудь. Пишите в комментариях, кого розочку прикольнее. Да. И у меня вообще случайно розочка получилась, я просто начала что-то сворачивать. И она вдруг у меня начала сама по себе получаться. А, ты все стараешься, Подожди, дай мне стебелечек, тоже надо. Ой. Ты что, бонстика лепишь? Нет. Ладно, я не трогала. Дай мне стебелечек. А ты сначала делала так, а я делала конец. Ну, грубо говоря, да, это как пластилин. Так он мягче. Может плавать. Да. А пластилин тонет, наверное. А я, кстати, не знаю. Подожди. Так я уже закончила. Ладно, шучу. Закончила. Я вот просто закончила. Что такая большая роза. Спасибо. Ай-яй-яй. Ну вот, ну в смысле? Ты повторяешь за мной. У меня роза все равно какая-то странная. Что такая роза большая? Маленький. Как получается? Я все трясу. Ну, короче, ну не очень. Но, ну, похоже, в принципе. Давай мы листики надо сделать, наверное, еще сейчас. Подожди, здесь нужно обязательно срезать ее под углом, чтобы она дольше стояла в вазе. Спасибо. Стоп, мне надо тут отрезать. Подотрезать. Ну. Чтобы стебельки. Ты реально повторяешь за мной? Да. Ну, короче, еще у него иголочки, но я думаю, что у меня будет сорт без иголочек. Ну, все, у меня падает. Я готова. Подожди. Ну, в общем, вот такие вот у нас розочки получились. Ну-ка, оценивайте в комментариях, кому какая розочка больше нравится. Вот конфетная. Моя. Конфетная. Что конфетная? Да, я молчала. Это надо было про конфету. В смысле розочка? Да. Ну, у меня получилось.
получилась розочка такая. Ну, короче, не важно. У меня конфетная. Ну, кушай ее, значит. А я ее... Ты будешь реально есть. А я просто буду нюхать. Ты не... Смотри, сейчас... Занюхнешь всю мою розочку. Конфетная. Ты понимаешь, что ты сделала мне ровный стебелек? Она же завяла. Ну зачем? Вообще, подожди, не надо, не надо. Стой, подожди. Ты посмотри, ты ее поломала. Прошел час. Вот такие розы у нас получились. Ну как же определить, какая роза? Я придумала, мы будем деньги просить у людей. Люди! 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 Я тут. Я тут. Сейчас нам, люди нам скажут. Я положу монетку тому, у кого роза красивее. Хорошо, все. Так, подожди, мой дальше. Так, давайте так. Ксюша, тебя 50 копеек ложу. Олени 2 рубля. Ну что, у меня некрасиво. У тебя красиво. Выглядал рожа. Она поменяла их. Ну все, Лен, тогда тебе 50 копеек, Ксюша 2 рубля. Ну что ж, я проиграла. Но вы пишите в комментариях, у кого розочка действительно получилась лучше. Ксюша мою розу уже помяла и свою тоже. Какие-то розы у вас некрасивые получили. Пишите в комментариях, у кого розочка на тот момент была лучше. Да, оставляйте... А, вы уже оставляете, да, комментарии. Да, кстати, и подписку оставляйте свою на наш канал, да? А розы прощаются. А то мы сейчас тут раз и свернем конкурс, и никакого розыгрыша не будет. Все, не испугались, не подписались. Значит, мы будем сейчас говорить об условиях этого конкурса. Вы должны угадать мой любимый цвет. Да, пишите в комментариях, как вы считаете, какой самый любимый цвет у Ксюши. Из тех, кто угадает Ксюшин любимый цвет, мы разыграем вот таких вот два флаффи, так что у нас будет два победителя. Так что оставляйте комментарии. На всякий случай мы оставим свой комментарий, где будут подробные условия этого конкурса. Так что мы ждем ваши комментарии. Да, подписывайтесь на канал. Да, не и не забывайте. Ставьте лайки, да. Нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях. Все, наверное, все, мы все напомнили. Так что всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Где там Ксюша? А вот она.